ООО «Экопласт» с вами 15 лет. Остекление балконов, входные межкомнатные двери на любой кошелек, натяжные потолки, входные группы защитной рольставни, автоматические ворота. Дарим скидки на окна до 35%. ООО «Экопласт», проспект Ильича, 21, вход со двора. Композиция ведь это очень сложная тема, и сочинить ее достаточно трудно. И, конечно, это болезненно для самих детей, и тем более такая сложная тема, как тема между жизнью и смертью. Конечно, они насмотрелись и телевизора, как сколько погибших врачей, целые стены, вот эти лица. Это, конечно же, страшно, что люди умирают в наше-то время, в 21 век. Вот, и они как бы воодушевились и нарисовали. Результаты конкурса, в принципе, только у известных победителей, которым прислали дипломы. Вообще будет организована передвижная выставка по России и по зарубежным странам из победителей. Детям, конечно же, это очень приятно, потому что этот труд очень тяжелый тоже, и он, когда оценен другими людьми, конечно, это приятно. Врачи – это, наверное, самая важная профессия, потому что они спасают людей, помогают круглые сутки. Доктора часто выходят на вызовы, иногда бывает трудно, сложно, иногда приходится работать ночью. И я решил изобразить, как он работу врачей ночью, потому и назвал ее «Неспокойная ночь». Я изобразил на рисунке своем молодую девушку, которая уже скоро зайдет в опасную зону. И она не знает, что с ней может там случиться. Мой рисунок называется «Спасая жизнь, жертвуя своей». Ну, это важно, я считаю, да. Почему? Ну, потому что сейчас врачам нужна большая поддержка. Потому что они работают очень много, они работают.